Согласно библейским преданиям, Иоанн Предтеча – один из пророков Христа, который предсказал пришествие на землю Мессии. Вся жизнь святого сопровождалась великими событиями, а смерть – мучениями. В Евангелии повествуется, что в день своего рождения царь Ирод устроил пир, на котором танцевала его племянница Соломея. Девушка попросила отрубить голову святому за прекрасно исполненный танец. Она ненавидела Иоанна за его нравоучение. Он постоянно напоминал царю о добрых поступках и осознанном правлении. Мученика казнили тут же. Иоанну отрубили голову и преподнесли танцовщице на блюде. Такая зверская жестокость поразила даже прислугу царя, а слух о содеянном разлетелся на многие километры. Память о святом хранится уже многие века. Истори у этого дня строгие правила и ограничения. 11 сентября наши предки старались спрятать подальше острые предметы. Они напоминали простому люду меч, которым отсекли голову святого. Круглые яблоки, картофель, арбузы, лук, репа были под запретом. Овощи не резали, а хлеб ломали руками. Со стола убирали плоды и напитки красного цвета, цвета крови крестителя. Праздники, гуляния и застолья не проводили. В народе верили, что так можно навлечь беду. День усекновения главы Иоанна Предтечи считался началом осени.